Власти Франции планируют убрать некоторые палаточные лагеря беженцев, установить квоты на трудовых мигрантов не из стран Евросоюза, а также лишить новоприбывших искателей убежища доступа к несрочной медицинской помощи, передает НТД-ТВ. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Эдуард Филипп. Он сказал: «Наша цель – сделать правильный выбор в вопросе приема мигрантов и трудовой миграции, установить количественные ограничения или квоты. Подходит любой термин. И мы хотим интегрировать людей посредством работы». Министр внутренних дел также добавил, что вместо палаточных лагерей в трех городах Франции откроют новые миграционные центры. В них будет на треть больше места. При этом владельцы компаний, которые нанимают мигрантов, жалуются на нехватку рабочей силы. Президент Эммануэль Макрон планирует переизбираться в 2022 году. Опросы показывают, что его шансы пока почти равны оппозиционному кандидату Марин Ле Пен. Она обвиняет президента в том, что он ведет слишком мягкую политику в отношении мигрантов.